Супер. Про лендинг сейчас проговорили. Я бы хотел про другие инструменты интернет-маркетинга поговорить. Какие еще бывают? Ну, можно отметить еще набирающую популярность SMM, то есть это социал-медиа-маркетинг. Угу. Это когда компании или представители компании напрямую строят коммуникацию со своим потенциальным клиентом. То есть они представлены в сети как человек? Можно сказать, либо как человек, либо как страница этой компании, либо там как группа, например, угу. об этой компании. Это социальные сети? Это внутри социальных сетей. Вот. Можно отметить, что это... Можно, работает, в общем. Можно отметить, что это, в принципе, работает, но здесь самое важное — не допустить ошибки. Бывало такое, что в крупные холдинги, там, не будем говорить какие, допускали определенные ошибки, давали какую-то неверную информацию. Или... Какой-то пример можете привести? В чем ошибались? Ну, или у них не получалось пошутить. Вот. А, то есть пытаются, потому что юмор, да, говорят, да, продает это лучше. Коммуникация, но иногда пошутить не получается. Идут на эти компании, значит, заявления там в суд, обиженные люди, и это работает только в минус, а не в плюс. Поэтому важно выбрать специалистов, которые будут заниматься SMM. И важно... С хорошим чувством юмора. Именно, да. И с чувством лояльности клиенту. Это тоже очень важно. Я бы сказал еще так, что в SMM, там, то есть вот в то есть что такое SMM, да, если простым языком? Это когда мы подписываемся на страницу, допустим, компании, которая предоставляет либо услуги, либо сервисы, и в ленте новостей мы видим какие-то обновления. Новости какие-то новости идут. Этой компании. Ну, например, мне нравится какой-то продукт, да, нравится машина какая-то, да? Да. Я, соответственно, захожу, есть группа этой машины ВКонтакте либо в Фейсбуке, подписываюсь и вижу новости, которые кто-то... Да. Так вот, важно постит. Этими новостями еще не перегружать. То есть есть примеры, да, тоже, когда нанимали SMM-щика в компанию. Он, видимо, хотел отработать там на всю свою зарплату в первый день и делал так, что там каждые 15 минут что-то появлялось, какие-то там акции или еще что-то. Как фонтан. В итоге тут главное не передушить там клиента своими там новостями или своими акциями. И люди отписывались, когда вот, ну, заходишь в ленту, а там один вот этот реклама, один спам, можно так сказать. Ну, конечно. Люди хотят посмотреть еще и как дела у друзей, у подруг, потому что в социальной сети они общаются не только смотрят новости как, по каких-то товарах и услуг, а в первую очередь для общения это делается. Да, это главное, важный совет. Не душите своих клиентов своей же рекламой. Потому что если перегрузить их рекламу, это сработает в минус. Угу. Вот. А еще инструменты, я знаю, есть ведь просто Директ, да, Яндекс.Директ, например, есть. Вообще разнообразные рекламы, когда ты... Это контекстный поиск называется, контекстная правильно? Реклама. Контекстная реклама, да. Да. Про нее как бы можно? Можно, подробнее? Значит, сказать, что контекстная реклама намного выигрышней, да, в плане в чем? В том, что мы платим деньги за конкретного клиента. Дело в том, что... Интересно, а как вы что касается, допустим, рекламы на радио, рекламы в том числе на телевидении, в газетах и там баннерной рекламы на счетах рекламных тоже. Там мы сначала платим деньги, ну, возможно, проводим какой-то анализ, но только после того, как мы заплатили деньги, мы ждем результат. А сработает или не сработает? Аванс даем, получается. Получается, даем аванс. Что касается контекстной рекламы, на примере Яндекс.Директа, деньги списываются с вашего рекламного бюджета только в тот момент, когда ваш потенциальный клиент нажмет на вашу ссылку. Именно в этот момент списываются деньги. То есть это открыто, если вы займетесь, допустим, захотите сделать себе рекламную кампанию в Яндексе, там в открытом, понятном виде изложено, как и во сколько зашел клиент, за что были списаны деньги. Но я правильно понимаю, тем не менее, да, хотел бы уточнить, что все-таки, да, это ближе, это уже не авансирование вроде как, а постоплата. Да. Но, тем не менее, как подписывают часто в письмах, что да, ваше письмо просмотрено, но понято ли оно и какое-то действие, сподвигло к какому-то действию, абсолютно это не обозначает. Так вот, как раз-таки, чтобы письмо было понято, и нужно сделать хороший интерфейс, если мы говорим о сайте, или хороший, там, слоган. Понятный, в первую очередь,
когда человек заходит на сайт или на лендинг, он должен увидеть заголовок, в котором четко, ясно и понятно написано о том, чем занимается компания и как. Он не должен искать, там, mm-hmm. много листать что-то, скроллингом заниматься, чтобы mm-hmm. найти, чем же они занимаются. Еще лучше, чтобы там был заголовок, который продает. То есть mm-hmm. некий оффер, то есть, допустим, не знаю, как пример. Предложение, да? Ну, такое? Как пример можно вот сформулировать так, такой заголовок. Значит, оформим в кредит Renault Logan за 250 рублей в день, значит, ключи, машину, ПТС привезем к вашему подъезду. Вот. То есть все сразу, все, вот человек да. говорит «хочу». Да, и человек понимает, что ну, это действительно хорошее предложение. И, ну, я просто сейчас сгенерировал mm-hmm. там, в качестве бреда. Важно сгенерировать хорошее рекламное mm-hmm. предложение, то хороший есть заголовок. Не писать, что какое-то там «О, Афродита предлагает выгодные поставки по выгодным ценам». То есть будьте конкретными, правильно? Тут дело-то в том, что никому на самом деле не интересно там «О, Афродита» или «О, как вы называетесь? Ромашка». Да. Ну, конечно, если речь не идет там, о «Газпроме», там, mm-hmm. естественно, что «Газпром» может себе позволить ставить просто, свой логотип. Да, просто рекламировать себя. Просто рекламировать себя. Вот. Согласен, согласен. Хорошо, давайте поговорим теперь о стоимости. Вот это тоже ведь важное понятие. Какова стоимость, как она коррелирует в соотношении с обычной рекламой, наружной рекламой, рекламой на телевидении, на радио, интернет, стоимость интернет-рекламы? Дело в том, что конкретного прайса ну, на рекламную кампанию или на сайт вы можете найти эти прайсы, да? Но для того, чтобы добиться действительно успеха, действительно эффективности в работе этих рекламных средств, важно понимать, что это очень все индивидуально. Все зависит от вашей ниши. Я не могу вам сказать то, что с уверенностью на 100%, то, что любой бизнесмен из любой ниши может взять, отказаться полностью от рекламы обычной, офлайн-рекламы, угу. и перейти в интернет. Это может не надо, быть, то есть, отказываться. Это может быть сработает, а может быть не сработает. Нужно провести анализ. Хорошая компания, к которой вы придете, которая занимается там, маркетингом в интернете, проведет сначала анализ. Вообще, нужно ли вам это? Может быть, тебе и не нужна реклама, получается, да, скажут? Ну, условно говоря, если там, вы там продаете лапти там, на mm-hmm. рынке, то, ну, конечно, можно сделать лендинг, конечно, он сработает, mm-hmm. но насколько вы эти лапти будете делать часто, это уже вопрос, в каких объемах mm-hmm. вы его будете можете ли вы столько их можете делать? Можете ли вы столько опять? Их делать, да. Сможете ли вы обрабатывать заявки? Если не сможете, то как вам, значит, построить и организовать свой бизнес, чтобы это все работало? На все эти вопросы нужно отвечать, прежде чем заниматься разработкой сайта, да? Mm-hmm. Ну, конкретно, если мы говорим о сайте. То есть компания, в которую приходит человек, который говорит, я хочу, я решил, да, интернет mm-hmm. рекламой заняться, то есть не в смысле mm-hmm. заняться, а попробовать этот mm-hmm. вид продвижения, компания нормальная должна ему провести анализ. Конечно. В зависимости от его нишевой принадлежности, в зависимости от того, чем занимается клиент. Конечно. Вы можете, конечно, и сделать, пойти другим путем, и сделать сайт там, за там, 10 тысяч рублей, но вы его сделаете. Вы можете сделать 10 таких сайтов. Но я не могу сказать там, с уверенностью, и вам не скажут с уверенностью, что эти сайты будут работать, mm-hmm. что они будут приносить для вас какую-то прибыль. Мы же, у нас сформирован такой подход, что мы не только отдаем продукт, да, если вы говорите о нашей компании, но мы сопровождаем его и настраиваем рекламную кампанию. То есть это важно. Соответственно, да. должна компания, в которую приходит клиент, не просто сделать сайт, либо запустить контекстный поиск, да, либо запустить какой-то лендинг-пейдж. Она должна еще сопровождать. Ну, тут все зависит от той компании. Я не могу сказать вам, что нельзя идти в те компании, которые занимаются только созданием сайтов. У нас свобода выбора, конечно. Конечно. Вот. Также можно отметить еще, значит... Ну, наверное, я бы, знаете, про что хотел сказать? Mm-hmm. Где же искать? Тоже в интернете вот эти компании? То есть на что обращать внимание? Как найти mm-hmm. профессионалов? У нас осталось буквально 3 минуты, поэтому mm-hmm. вот будем к этому подводить. Хорошо. Ну, первым, наверное, важнейшим критерием... вы должны легко найти
ту компанию, которая будет, допустим, разрабатывать сайт. А это интересно, кстати, друзья. То есть компанию, которая занимается интернет-рекламой в сети, она должна так же легко находиться, как и, может быть, ваша будущая, да, страница, да, либо ваша будущая реклама. Естественно, можно отметить, когда мы заходим на сайт там, данной компании там, или приходим в офис, немаловажно обратить внимание на упаковку самих разработчиков, как упакован их бизнес. Какой у них сайт, да, если они сделали себе там не очень хороший сайт, то вряд ли они смогут что-то предложить лучше для вас. То есть, если вам не нравится сайт компании, к которой вы хотите обратиться, то, может быть, и не стоит к ней обращаться. Совершенно верно. Также можно отметить, что нужно обратить внимание на опыт. То есть, с кем работала компания. Портфолио посмотреть. Посмотреть портфолио, а еще лучше посмотреть реальные кейсы. То есть, что сделала компания, да, и насколько это дало результат. А это не секретная информация, разве? Бывает такое, что, конечно, некоторые компании отмечают в договоре, что это секретная информация, ее не стоит разглашать, но существует такое, что можно показать хотя бы просто цифры без логотипа. Вот. Угу. Уже другой вопрос, насколько вы доверяете. Вы поверите, да, тому, что, да, вам покажут. Да. Ну и можно сказать, что некоторые компании не против, чтобы их цифры публиковали, особенно... значит, там, крупные какие-то компании в том числе. Ну, вот, потому что это тоже работает на их рекламу. Это тоже, по сути, их реклама. То есть компания, там, допустим, ООО, там, не знаю... «Ромашка». Да, «Ромашка» сделала то-то и увеличила прибыль настолько-то. Ну, конечно, это тоже расположено, там, соответственно, на сайте там, студии, да, определенной. И это тоже играет. Я думаю, что даже может проще как-то поступить. Если у компании есть портфолио и есть компании, с которыми она работает, да, то можно просто посмотреть, о, эта компания успешна. Да, эта компания, ну, по общему фону, да, в интернете, что они пишут. Если она успешна, и, значит, тот партнер, с которым она работает, он, ну, по меньшей мере, тоже успешен, неубыточен, так? Да. Ну, так, все-таки смотрите на реальные примеры их работ. И, ну, я бы отметил, что в Ярославле и в области довольно-таки, ну, можно сказать, что даже много компаний, которые занимаются тем, что производят сайты. Но те, которые занимаются этим профессионально, и те, которые добиваются успеха для своих клиентов, таких можно пересчитать на пальцах одной руки. Вот. Будьте, понятно, бдительны, когда выбираете себе разработчиков. Спасибо, Леонид. Очень сегодня у нас была, честно скажу, интересная познавательная беседа, потому что тема новая, тема животрепещущая, тем более в условиях негативных экономических сейчас. Да. Нужно оптимизироваться, нужно переходить в интернет и через это быть успешным, правильно? Совершенно верно. Спасибо. Правильно. Да, друзья, у нас сегодня в гостях в программе «В тему» был Леонид Шаров, руководитель компании ООО «Метро Маркетинг». Мы разговаривали об интернет-маркетинге. Всего хорошего.